Я расскажу вам сказку, не прожили были, про атмосферу интересную, так не тужили. Немного позитива, юмора и всяк, не отдыхает, кто интеллектом пока не иссяк. Начало нашего веселья уже в автобусах начнется, там будут два протаже. Там не приехал в смену, ушел на свидание, мы тебе споем. Давай, до свидания! Сумасшедший, сошедший с ума, просто попса, тебе некуда сойти. Мы тут пиарим Элмаша на базе дружба. Бронепоезд едет все врюково наш дружно. Пока намел, Виктор тут не ляминал. Его топор и турник тебя осадят миг. Не подтянулся 20 раз переедание, и Виктор в танце отжимания. Давай, до свидания! В этой битве игр кто-то упадет на пол. Неважно, это КТМ, война или же футбол. Поставь себе цель, привети отряд к победе, и тогда получишь двойной компот на обеде. МШ, МШ, МШ. Учиться надо? Да, учеба ведь так хороша. Не сдашь зачет и поедешь ты быстро домой. Кто такой? Давай до свидания, дорогой! Будь ты артистом, тут известным. Отрядные спектакли, тебе в них самое место. Неповторимый грим с одеждой и настрой. Пародия на взрослых, здесь и смешной, а не крутой. Различные тематики и темы по клубам. Наверное, кто-то думает, что это так глупо. Вот если Рома Жолк к нам придет на читание, хором пропоем ему «Давай, до свидания!» Мы просыпаемся, желание кушать. Мы засыпаем, желание кушать. Наша столовая порой вкусна, но это происходит день последний, один из ста. Котлета не шевелится, нет, она из рататуя. Она каменная, похоже, что татуя. Еда прекрасная, соскучится, звучит как заклинание. Местный, да, давай быстрее, до свидания. Я прячусь под кровать, когда творится здесь хаос. Нам не поможет и доктор, даже если он хаос. Кровати двигаем, тумбочки, уборка грядет. И мы ждем страшное, проверка СС идет. Танцуем в стиле дворника, там убираем мусор. Прячем еду, заправляем кровать и все пусто. Увидев чистоту, СС недопонимание. Ну что, предаваться не к чему, давай до свидания. По колено в грязи и ноги сломаны. Вывихнутые руки все духовно сломлены. Над головами свистит топорой Божий. Я сломал ногу, блин, и это грязь на роже. Стоны, плачи, веселый Виктор. Словно палача, в глазах бегут титры. Кто на весну не прошел, не метнул копье. Давай, до свидания, слабак, ё-моё. Товарищ Руссо, мы обещаем хороший новый душ. Приятный будет, словно пунш. Пунш, стеклянные двери, новый интерфейс. Вообще, я обещаю, будет круто. Мы приезжаем, так, есть новые двери. Ведь просто на слово Руссо не верим. Заходим внутрь, но все его слова понты. Давай, до свидания, а души мечты. Тут с нами, так сказать, сожительствует лагерь извне. Каратисты каждый день кричат ОС, а мы кричим Е. И в дискотеке каждый день фу, это попса. Голова болит, пойду выбьем царину пса. А наши диско были верно в стиле ретро и фэм. Девчонки делали волосы, даже нашли себе фен. Лаки, очки, галстуки и подтяжки. Давай, до свидания, если тебе это тяжко. Тут дело не в понтах и дело не в деньгах. Если не понял смысл сказанного, то ты дурак. Мы здесь в своей атмосфере, на своей волне. Не путай нас с другими, с кем-то извне. Куплет от души, про все подряд без суеты. С вашей поддержкой прославимся, будем крутые. Но это вовсе не нужно. Тут задание не было с нами смене. Давай, до свидания! Давай, до свидания, ты кто такой? Давай, до свидания, ты кто такой? Давай, до свидания.